Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Ребята, у нас такой ветер сильнющий, очень сильный. В новостях сказали, что даже зубец на Красной площади снесло. Посмотрите, какой ветер. Ой, а на улице тепло. Ребят, тепло. Сейчас я закрою дверь. Посмотрите, какой ветер. А лучше всего ветер виден из окна, когда смотришь на иву. Ветер сильнющий. Ой, какая красота. Ой, ну, как всегда, подходишь снимать, а ветра нет. Сейчас мы с вами прижмемся вот сюда, к стенке, и посмотрим, как будет развиваться ива. Ее сильно-сильно колошет, колышет на ветру. Колошет. Господи. Ну, ветер, давай, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. И облака быстро-быстро бегут. А на улице тепло. Вот, я вышла в футболке. Поднимается. О, какой ветер. Арка скрипит. Смотрите, как качается. Ой, у кого-то что-то летает. Надеюсь, не у Лены. Ой, боже мой, слышите, как железо гремит? Давайте посмотрим, что там у Лены летает. Может быть, нужно сходить, поправить. Ой, мамочка! А, вот что! Ой, дождик начался. Сейчас, ребята, пойдемте к Лене сходим и закроем ей дверь в парника. Ой, вон дождик. Сейчас я куртку только надену. Что-то я погорячилась. Сейчас пойдем быстро закроем. Ой, смотрите. Ух ты. Так, ну теперь я возьму с собой камеру. Борь, я пошла к Ленке схожу. У нее там дверь парника в разные стороны. Вот так вот жик-жик-жик-жик от ветра. Ну что, сорвет дверь с парника. Посмотри, ветрило-то какое. Это же просто ужас. Сейчас возьми пойду. Возьми что-нибудь потяжелее с собой, а то тебя потом лови по всем этим. Не надо меня ловить. Я за дверь парника буду держаться. Только не говорите, доброжелатели, что это не мое дело. Это мое дело. У нас с Леной хороший... дождик. Ну я быстро. У нас с Леной очень хорошие отношения. Ой, какой дождь молотит. Но он сейчас быстро пройдет. Ой, пошли, быстренько сейчас сходим. Что-то мне кажется, у нас что-то шевелится, грохочет. Пойдемте быстренько сходим. У нас с Леной договоренность. Я присматриваю за ее участком, пока Леночки нет. Все, пошли. Потому что там такой грохот разносится. А вот и дождик прекратился. Пошли. Так, что здесь грохочет? Здесь ничего не улетит. А, здесь грохочет решетка. Сейчас я ее отсюда. Что это тут такое было? Вот так вот ее положу. Никуда она не денется. А, лист железа. А чем-нибудь подпереть, да? Сейчас, ребята, чем-нибудь подопрем. Давайте граблями, что ли, подопрем. Чтоб он не грохотал. Извините, вы у меня в одной руке. Так. Все, подперли. Так, теперь закрываем дверь парника. Или чем-нибудь придавливаем. Ой, елки. Ой, от ветра здесь все разметало. Так. Чем бы закрыть? Сейчас. Ой, елка не закрывается. Так, если я закрою... А, там форточка останется. Все, сейчас, ребята, я палку воткну какую-нибудь. Палку или вот тут колышки есть. Так, чтобы не открывалось. Коротка кольчужка. Коротка, не получается. Сейчас что-нибудь другое возьмем. Ой, елки. Сейчас. Вот, подлиннее возьмем. Толще. Дайте потолще возьмем. Такую. Сейчас закроем.
по-другому никак не закрыть. Извините, вы у меня упали. Все, ребят, мы подперли. Ну, вроде бы все, да? Вроде бы все. Вот там еще лист железа гремит. Все-таки тот, который мы подперли. Но я просто не знаю, чем его подпереть, чтобы он не грохотал. Сейчас я еще с той стороны подопру. Ворота еще грохочут. Так, сейчас, мои хорошие. Только не падайте. Сейчас я вас протру. Падайте. Так, не знаю, можно вилами, нельзя. Тяпка. Ну, вроде бы все. Хочу посмотреть. Не улетит ничего. Потом приду, Лене позвоню. Ну, заругает, значит, заругает. Не заругает, значит, не заругает. Вот там еще что-то грохочет. А, там целлофан какой-то улетел. Ой, мамочка. Ой, калитки все пооткрывались. Ну, это так, наверное, и должно быть. Не знаю, что это за бумага здесь у Лены. Не знаю, что было накрыто. Давайте унесем. Ой, все вообще попадало. Все попадало. Заборчики, все развалилось, все разлетелось. О, вот она, мама-кошка. Все, ребят, я думаю, что больше мы не имеем права ничего здесь делать. Так, я просто сюда все поставлю. Ну вот как-то так. Все. Так. Все. Дальше, я думаю, они сами. Ну, вроде бы все хорошо. Все, ребята, уходим к себе. Все сделали, что могли. Ой, моя калитка нараспашку.
Зашибись. У себя, у других делаю, а у себя все нараспашку. Здесь надо прочистить от листвы палкой. Но все равно налетит, да? Но все равно водосток надо прочистить. Левая рука неудобна. Все, закрываем. Ну, погодка. Сейчас надо зайти, во-первых, к Любане и узнать, как у нее дела. Но придется идти через ворота. Калитка нараспашку открывается. Сейчас быстренько забежим. Как там с Любашей? Ну, я думаю, что все хорошо у нее. Заодно заказала ей такой же приборчик на Валберис. Она вчера попросила. Погодка. Ну, погодка. Так. Надеюсь, Люба еще не уехала. Да нет, ну, раз, калитка открыта. Она меня пугает. Еще не уехала? Ты получила мою смс-ку, что твой прибор уже ожидает? Я прочитала и тебе уже сообщила. А ты, наверное, не проверила. Да, конечно, нет. Я пошла к Леночке и быстро закрывала парник у нее. Нет, она не приехала. Слушай, котенок, тебе нарвать щавли? Мне не надо. Почему? А у Лены есть, когда мне надо, я нарву. Я сейчас не хочу морозилку забивать. Ко мне девочки обещали приехать через несколько дней. А его чуть-чуть? Не надо. Ты его это... Да я уже консервировала, Любаш, а у меня есть. А зачем его консервировать? Как-то порезала и посолила, и вот так вот. Не надо. У меня есть он уже, Любань. Замороженный. И консервированный. Хорошо, зима. Я зашла узнать, как здоровье. Ну, как тебе сказать? Утром не было давления, а сейчас не верила некогда. Ага. Вот дождь тут. Ой, молодец какая, побелила. Ой, ты умница моя, молодец. У тебя идеальный порядок на участке, да, молодец. Да, я тебя умоляю, да, надо еще розы закрывать. Ты прокурора умолять будешь. Пословица такая, присказка. Присказка, да. Слушай, котеночек, спрошу тебя как раз. Скажи мне, вот эти цветочки надо обрезать? Какие? Нет, это же осенняя страна, у тебя еще не цвела. Она не цвела, но она, мне кажется, и не зацветет. Ну, Люба, как не зацветет? Зацветет? Когда? А я не знаю. На вот, Новый год? Видишь, бутоны? Бутоны? В следующий раз приедет, уже приедешь, уже отцветет. Да ладно. У всех несут в электричках, а у меня даже и вообще... Ну, подожди, еще у меня эти тоже еще не очень. То, ну, почти в таком состоянии, в зачаточном. Чего им не хватает? Главное, ну ладно, здесь место, может, не нравится. Но вон там тоже куст. И там не нравится. Все, к забору их туда. Пусть там вечно зеленое растет. О, а вот и солнышко. А дождик был. Я как раз в дождик у Лены укрывала все. А это второй раз уже дождь такой. Ты, наверное, утром спала. Я вообще проснулась рано. Запланировала, говорю, ветер продул. Я сейчас покошу в зиму. Ага, покосила? Покосила. Молодец. Оттуда как пошла чернота. Да, да. И попер дождь. Я говорю, да? Покосила, Любаня. Я побежала, у меня мама еще не проснулась. Вот-вот должна проснуться. Ну ты пусть хорошо спит. Она спит, да. Все, побежала. Главное, я тебе сказала, что на Валбересе сможешь получить на своей улице. В пункте выдачи. Да, я тебе написала, что сегодня ты говоришь, сегодня приеду, ага. Сразу получить. Да, можешь, да. Ну, из метро выходишь все равно. А там это, пункт выдачи написано, работает до каких? Ну, по-любому он не работает. В 9 вечера, да? Да. Ну, там до 6 числа получишь. Да, да, завтра. Все, Любань, побежала, а то намерзлась у Лены там, побежала. Да? Ага. Все. Она не собирается прийти? А я не знаю, я еще не говорила. Сейчас буду писать, что я к ней на участок залезла. Потому что там лист грохотал, там дверь парника вот так, а то оторвется. Сегодня вообще рвет. Да, страшно. Рвет, рвет. Вон, видишь, зафанерила. Да, молодец, правильно. Все, зафанерила, Любань. А то прям ветер. Ага. Все, побежала. Делала, а как же. Молодец. Давай, пока. Я так и думала. Смотри, солнце какое красивое. И оттуда опять чернота. И опять все в темноте. Ага, все, побежала, давай. Давай, пока, пока. Я тоже. Все. Побежали, ребята. Побежали. Солнце-то оно яркое.
Да темень какая кругом. Стихия. Ой, стихия. Все, пошли. Смотрите, какие рваные облака висят. Рваные такие прям, ух. Ой, я какая вся лохматая. Ой, у меня тоже шапку сдуло с гортензии. О, видали? Шапкой же было прикрыто. Да нет, все равно сдует. Понятно, что сдует. Ох, ёлки. Дождь идет. Так, ну что, а мне-то чем-то прикрыть? Чужое прикрываю, а свое? А свое? Ладно, подумаю, потом прикрою. Сейчас на ум ничего не приходит, потому что дождик. Я вам вчера снимала луну. Ой, ухожу и не видно в облаках. А сегодня вон она всходит. Видите? Низко за домиком. Сейчас повыше поднимусь. Может быть, будет лучше видно. Вот она какая. Красавица на темном небе. А на этом все, мои хорошие. Всем-всем спокойной ночи. И всем-всем прекрасного, доброго утра завтра. Всем пока-пока.